Доброго інформаційного вечора. Дякую, що дивитесь нас. І welcome again in my studio. Thank you. Юрій Табах, доброго вечора. Юрій починає вчити українську мову. Дуже, будемо спілкуватися. Будемо спілкуватися російською. Такий спільний знайшли ми знаменник. Капітан першого рангу Військово-морських сил США у відставці. Ще раз здравствуйте. Начнем з американського президента. Американський президент Трамп приїжджає на саміт НАТО. Ми сьогодні показували. І все починається. И очень весело начинается. Да. Скандальный диалог с секретарем НАТО. Угу. Потом... Почему скандальный? Он ему сказал правду в глаза. Я имею в виду, к такой дискуссии на саммитах НАТО не привыкли. Поэтому скандал. Как бы это впервые такое, когда и секретарю НАТО, а потом и канцлеру Германии указано на два момента. Америка должна платить и делать вещи, которые называются безопасностью, в то время, когда Германия торгует страной-агрессором с Россией и получает барыши по газу и нефти. Да. Это смысл был разговор. Да. Северный поток. Вы даете миллиарды долларов на Северный поток. Это значит миллиарды долларов в карман Владимиру Владимировичу Путину, чтобы он держал власти. И он говорит, а... И в то же время вы кричите, ой-ой, защитите нас от этого плохого дядьки. То же самое Германия и Европа торгуют с Ираном. В то же время говорит, ой-ой, защитите нас от этого. А американцы должны защищать. Мало того, что сейчас будет обсуждаться, я уверен, что НАТО проголосует за это, что будет создан новое, как бы сказать, новый отдел в НАТО. Это быстрого реагирования по логистике перевоза. Uh-huh. Это значит американские корабли, опять Америка платит, чтобы перекинуть войска быстро в Восточную Европу. Это что значит? Против кого? Это опять же платят не только американцы деньгами за это, а еще и своей кровью должны платить, защищать, чтобы бизнес у Германии, у Европы процветал с Россией. Uh-huh. Где же здесь логика? И, знаете, за два года, я думаю, что уже и Евросоюз, и НАТО должны привыкнуть к Трампу, что это не тот человек, который с вами будет обмениваться любезностями и восхищаться вашей семейной жизнью, собачкой и огородом. Это человек, который приедет, как бизнесмен скажет, это нонсенс. Uh-huh. И этому должен прийти конец. Ну, в Европе к этому не привыкли. А если так начался этот саммит, он... не будет саммитом раскола по трансатлантичной... Есть много сейчас аналитики говорят, ой, если так будет продолжаться дискуссия, то фактически это будет раскол НАТО, то есть мечту Путина расколоть в Евросоюз и НАТО будет сделано руками Трампа. Вот да. О чем пишут сегодня. Но они также писали, что и, да, Трамп это будет обниматься и целоваться с ними. Если Трамп придет к власти, то он будет другом. Эти аналитики, я не знаю, откуда наберут, за что им платят деньги. Если бы эти аналитики были бы военными офицерами, допустим, там артиллерии, и все время так промазывали, они бы должны были застрелиться уже к этому времени. А они как бы продолжают докладывать то и предсказывать то, чего не происходит. И наоборот, я считаю, что Владимир Владимирович Путин и Россия теперь видят, что Трамп это не тот, кого они ожидали. Угу. Он совершенно недружелюбно относится к ним. И он, как только пришел, сразу передал летальное оружие Украине. Он разговаривает с ним жестко. И точно так же, как и с Северной Кореей, и то же самое с Ираном. Он ко всем подходит с точки зрения такого жесткого лидера. И это не нравится ни Европе, никому, ничто. Россия ожидала, что вот придет Трамп, это будет Жириновский, и вот Америка развалится, и все будет в порядке. И этого не произошло. У Америки растет и бюджет, и растет экономика, и рынок поднимается, и безработица маленькая, и много фирм возвращается, и армия получила огромные возможности действия своего. Поэтому я скажу словами профессора Преображенского, перестаньте читать советскую прессу перед приемом пищи. Все время кормят, что Трамп почему-то антиукраинский. Почему антиукраинский? Потому что он сказал, что он с Путиным будет обсуждать Сирию и Украину, а не Украину и Сирию. И вот они анализируют из этого, потому что он перестает. Этот человек так не думает.
Трамп. Но хорошо там советскими газетами не читать, как говорил профессор Преображенский, но есть и американских куча аналитических информационных ресурсов, в которых мы читаем, что да, безработица самая низкая, но у Трампа проблема в администрации. Кадровый голод, много вакансий. У него вследствие спецпрокурора, глава штаба Манафорт сидит. То есть вот куча вещей. Да. Как, вот, ну, Роман, вот о чем пишут в Америке. Да, я когда сказал, не читайте советскую прессу, я имел в виду и нашу тоже, левую прессу. Это те люди, которые никак не могут согласиться, что Трамп стал президентом Соединенных Штатов Америки, что он действует, работает как не часть этого болота, как называется. И, конечно, они к этому ко всему не привыкли. Как и Европа не привыкла к Трампу, так и американцев много не привыкли к такому президенту, как Трамп. Он другой. И он, то, что они говорят, и все время говорят, что проблема у него со штатом в администрации, он бизнесмен. Если ты ничего не делаешь, то тебе в администрации делать нечего. Иди ищи работу и занимайся делом. А не на халяву здесь живи. Это... Мне кажется, правильно. Я считаю, что это-то он правильно действует так. Но то... против Трампа, как бы, если посмотреть, есть целый список, начиная от изданий, которые считались там, имея в виду, там, когда говорят «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон Пост», говорят, что это... обе левые газеты. Да. Говорят, там критика. Бомон, там киношный, Голливуд против. Это все левые, да. Центральная Америка, то, что есть Америка, она за Трампа. То есть Heartland. Heartland of America, да. И люди, которые ходят на работу, зарабатывают деньги, платят налоги, они за Трампа. Ваши коллеги, журналисты, медиа, они, да, они левые, они привыкли левые, они как бы... не работают руками, не производят ничего. То же самое профессор. Они потеряли доверие у народа. У нас CNN теперь уже практически очень мало людей смотрит. У них рекламу они теряют, потому что они все время давят на Трампа, и людям это надоело смотреть. И следующее, это будет у нас профессора в университетах тоже. К ним доверие уже меньше и меньше людей, детей ходят только в университеты. Только потому, что они антитрамповские? Ну, потому что они говорят неправду. Потому что они придумывают только то, что Трамп не должен быть президентом. Вот если Трамп, а мы от Трампа избавимся, то все будет в порядке. А в принципе-то все в порядке. Но... И популярность он набирает. Его рейтинг вырос с тех пор, как он стал президентом. У всех остальных президентов падает рейтинг с того момента. «Ужас нашего городка» такая рубрика, да? Угу. Это то, о чем много говорят. У нас много телевизоров, они все очень интересные. Вот один телевизор украинского производства, но с российским капиталом сегодня штраф заплатил за победобесие, не о сталинизм. Это «Интерканал», 9 миллионов. Но у нас много телевизоров. Вечером зомби-ящик у нас работает хорошо. И там рассказывает, Трамп фактически уже готов за спиной Украины сдать Украину на встречу с Путиным. Он уже сказал, что на НАТО саммите будет тяжелее даже, чем на встрече с Путиным в Гельсинки. Там он под карту Сирии и других вещей будет сдавать Украину полностью пакетом или частями. Во-первых, как он может сдать Украину? Санкции он снять не может с России, потому что он это право отдал Конгрессу, как только он стал президентом. Санкции – это закон. Да, поэтому он не может это отменить. Даже те санкции, которые ввел Обама, то по правилам у нас следующий президент может их отменить. Но этого права он отдал Трамп Конгрессу, поэтому, а Конгресс никогда не произойдет, потому что кто-нибудь в Конгрессе будет против. Поэтому он не может торговаться с Путиным насчет санкций. Единственное, что он может, или какая карта у Трампа сейчас есть, он может как-то налаживать дипломатические отношения с Россией, потому что они совершенно не работают, потому что дипломаты разъехались и закрыли представительства разные дипломатические в России и в Америке. Вот это он может что-то договориться, но это никакого отношения к Украине не имеет. Поэтому я не знаю, почему все время такая паника. А вот к панике мы вернемся. Просто сейчас мы получаем картинку. Это генеральный секретарь НАТО. Да. Столтенберг вышел на брифинг. Это первый день саммита. В принципе, вот если
будут какие-то решения практические, то какие они будут? Но... На укрепление НАТО или это будет ослабление в связи с вот этими линиями напряжения, например, Трамп-Эрдоган, Трамп-Меркель? Вот. Ну, я считаю, что благодаря Владимиру Владимировичу Путину НАТО укрепляется очень здоровски. Потому что в 2000-е, в нулевые годы я вот был в НАТО, нам делать было нечего, в принципе. Угу. А теперь, конечно, они возрождаются. И еще одна вещь с Трампом, даже с Эрдоганом. Мы ему сказали, если вы закупите С-400 у России, против вас ведутся санкции. Угу. Это не очень дружелюбный акт к России. Трамп вводит. Но Трамп показывает и НАТО, и Европе, что вы знаете, что я бизнесмен, я вам не президент. Со мной любезности эти все не проходят. Я могу встать, как я сделал это на большой семерке, и выйти отсюда вообще. Да. Господин Табак, но нам говорят, а это именно то, что хочет Путин. То есть руками как бы Трампа и вот такой политикой он загоняет Эрдогана, который поменял конституцию. И очень даже в сторону как бы моновласти. Да, вот Трамп что сделает в связи с такой политикой? Он сделает новую коалицию. Об этом говорят, да, кстати, в Москве даже уже политики в московском телеящике. Да, они говорят, ага, будет Путин, будет Эрдоган, плюс Иран, плюс Китай. И вот мы этим западенцам все покажем. Ну, Китай, я не думаю, что будет с ними. А я думаю, что будет наоборот. Я думаю, что Трамп вот выступит и скажет, знаете что, оплачивайте свои счета, защищайте сами себя, мы вам поможем. Но за наш счет вы так долго проезжать не будете. А если даже Эрдоган начинает снюхиваться с Путиным, то против Эрдогана ведутся санкции тоже. Поэтому Трамп показывает, что он не... друг и товарищ Путину. Более того, вы знаете, что сначала встреча должна была быть с ним, а потом НАТОвский саммит НАТО. Угу. И он поменял. Он сначала саммит НАТО, а потом он встретится с Путиным. И в этот же момент приезжает туда премьер-министр Израиля. И мне кажется, что это уже повторяется как с Днем Победы. И оба они уже будут конкретно напрягать Путина по Сирии. Так, маленькая пауза сейчас реклама, да? А потом после этого мы продолжим. Залишайтесь со знамя, невеличка пауза. Нагадаю, що ми повертаємося до розмови з капітаном першого рангу військово-морських сил США у відставці Юрієм Табахом. Крім того, він свій час очолював багато військових і антитерористичних місій, зокрема Міжнародний терористичний центр в Туреччині. Але це з біографії, а тепер ми повертаємося до розмови. Роман, можна я закінчу тільки з одну свою мисль? Так, але треба напомнити, на чому ми остановились. Тобто ми остановились... Розкол НАТО. Да. От іменно як один із сценаріїв катастрофічних, які нам розказують результат этого саммита и то... Но в НАТО она никогда не была единой. Это вот сейчас, наверное, будет уже 30 стран в НАТО. У каждого свои... Каждый имеет свое право, и каждый голос, он одинаковый. Что проголосует Латвия и Америка, одинаковый голос. Угу. Поэтому там всегда есть какой-то раскол в НАТО. Поэтому такая сложная там схема политическая. Военная нет, но политическая да. Но я хочу сказать, катастрофы тоже не будет. Потому что я думаю, что Трамп им говорит, так как он и сказал на Большой Семерке, он говорит, хорошо, вы теперь послушайте меня внимательно. Германия, Франция, даже Великобритания, там Испания и Италия. Это старая Европа. А может быть, нам нужно теперь новую коалицию делать с новой Европой, которые правда платят, оплачивают свои счета, хотя они бедные страны, как Болгария, как Румыния, как прибалтийские страны. У них 2% ВВП идет на оборону. То есть как по стандартам? Да, может быть, и Украина. Украина должна. Уже больше даже. Даже больше даже. Может быть, и нам надо сделать такую коалицию с новой Европой, которой правда у них есть опасность, исходящая с Востока. Угу. И которые правда хотят серьезно подходить к этому вопросу, и не за мой счет, и не за проливание моих детей крови. Да, но это именно... Пока вы с ними бизнес там делаете. Это то, что Трамп обещал еще во время в своей кампании, да. Так он как бы... Здесь логика вся просматривается.
Теперь вернемся вот свежей информации. Voice of America нам рассказывает, Голос Америки. США расценивает аннексию Крыма так же, как оккупацию стран Балтии Советским Союзом. Это проект резолюции Сената США. Вот, и ну, я думаю, что он получит поддержку. Ну а как еще можно это расценивать? Еще какой вариант может быть? Ну как в Европе. Конфликт на востоке Украины, в одних документах пишут, в других там, как, там военное противостояние. У нас столько всякого попридумывали, чтобы только обозначить европейские... Ну я думаю, здравомыслящие люди понимают, что это абсолютная аннексия, оккупация чужой территории. Это в НАТО четко заявляют. А когда это идут структуры наднациональные Европейского Союза или международные, там можно такого начитаться, что столько мы не выпьем. Да, не знаю. Европа, мне кажется, уже не та Европа. У них какие-то приоритеты поменялись. И, наверное, как и Германия говорит, да, мы не будем вносить свою долю 2% в оборону, но зато мы вот принимаем беженцев. И это вот за счет этого. Ну, как это? Я логику там не просчитываю. Кризис с беженцами решили на саммите Европейского Союза, там формулу нашли, даже пропутинские популисты Италии приняли эту формулу. Но это совсем другая дискуссия. Вернемся в Хельсинки. То есть Трамп, Путин. Что мы слышим перед встречей? Вот это проект резолюции Сената США. Спецпредставитель Держдепа Курт Уолкер дождался, когда Путин перепризначил Суркова, то есть других Сурковых у нас нету, сказали в Крыме. Стабильность, да? У нас стабильность. Да. И опять смотрящего за Крымом и оккупированной территорией признатель Суркова. Курт Уолкер очень четко заявил перед этой встречей. Украинская армия имеет полное право обороняться и стрелять в ответ, если не нападающая сторона. А зачем вам армия, если она не может это делать? Ну, это прописные истины, которые он говорил. Очень четко это именно о статусе оккупированной территории, именно о статусе, кто воюет, об этих мифах их там нет и все остальные вещи. Вот с этим всем пакетом, то есть сначала объясните нам, если говорит это Курт Уолкер, это же не личная позиция Курта Уолкера, это значит, что это... Общее видение с президентом Трампом, который его назначил. Но это логично. Ты имеешь, что армия существует для того, чтобы защищать свою территорию. Вы мне все больше и больше напоминаете Израиль. Когда вы защищаете свою территорию, вас все критикуют. Да? Да. Подождите, что это вы открыли? В Америке очень часто меня спрашивают, почему Украина не защищала свою территорию в Крыму. Почему не начали там войска воевать? И такие вопросы, на которые очень сложно ответить. Но вопрос этот логичный в Америке или там на Западе. У вас есть армия, это ваша территория, почему же вы не защищались? Очень сложно объяснить, что приказа не было, в Украине революция происходит, армия там тоже, российская армия там стоит, и армия там, местные люди служат в этой армии, поэтому они тоже не начнут там. Много проблем. Да. Но это вопрос у многих людей, а почему же вы стрелять начали? А сейчас, что же вы спрашиваете, подождите, а что же вы собираетесь стрелять на своей территории, защищать свою территорию? Странно как-то. Ну, такой он гибридный мир теперь. Надо объяснять прописные истины, даже если есть агрессия. Хотя нам все время даже внутренние политики некоторые отыгрывают. Ну стоп, но статуса юридического войны нету. О чем мы вообще говорим? Военное положение введено? Нет. Ну, вот это есть. Значит, войны нет. Да. Ну, это такая гибридная, вот это проблема гибридная. Я думаю, что вот это они сейчас и обсуждают на саммите. Что это обозначает и как с этим бороться. Потому что все прекрасно понимают, что война есть. У вас, если кто-то говорит, что нет войны, то почему у вас солдаты там гибнут каждый день? Без войны. Все понимают, что есть война, и все понимают, между кем эта война происходит. Но это другая война, да. У меня сидели сегодня разные эксперты, они говорят, у Путина нет пакета, которым он может
торговаться с Трампом, потому что на России считают, что Трамп – это в первое дело бизнесмен. То есть, если будет хороший гешефт, можно проторговать все. От Асада из Сирии и до Украины, Крыма и другого. Но вот эксперты говорят, а у Путина нет никакого пакета, с которым он может говорить с Трампом. А какой пакет есть у Трампа? И у Трампа нету пакета. Они такие два беспакетные, получается. Но единственное, что, мне кажется, что очень многие, мне не кажется, потому что, если кажется, надо креститься. Я думаю, что многие люди путают президента Путина и подполковника КГБ Путина. Точно так же они путают бизнесмена Трампа и президента Трампа. Это разные личности, у них разные цели. Да, у них есть инстинкты, выработанные у того КГБшного, у этого бизнеса. Но чем он может торговать и чем он будет торговаться, я не уверен, что у него есть какой-то пакет. Единственное, что они могут сделать, это вот восстановить в какой-то степени дипломатические отношения, предство какое-то открыть опять, отдать здание какое-нибудь, что-нибудь такое. Но я думаю, что это будет такая холодная встреча, и будут вопросы подняты по Сирии, сказать, прекратить безобразие в Сирии, потому что беженцев сирийских в Израиль уже так, что Израиль не знает, что с ними делать. Но они в последнюю неделю именно массово бомбили на юге, очень близко к рубежам, то есть зоне, в которой не должны были, это была авиация России. Они продвигают иранцев. Это то, что Израиль очень не хочет. И Трамп будет, и поэтому Нетаньяху туда летит. Я думаю, они в тандеме работают. У меня такое представление, как они это сделали на 9 мая, когда Нетаньяху полетел на парад. И второе, что они будут обсуждать, я думаю, что они будут обсуждать Украину. И где он им скажет, слушай, ты меня подставил с этой Украиной, с Крымом. Потому что это я, президент Соединенных Штатов Америки, гарантировал безопасность. И цельность территории, когда они вам отдали ядерное оружие. Ну, я имею в виду офис президента. Как институт. Да, институт президента. Хорошо. А это сработает? Если не срабатывало, что? Санкции не сработали? То есть, как бы, Путин то мостик строит Розенбергом за миллиарды, то чемпионат за миллиарды делает Путин-бол, то в субтропиках зимнюю Олимпиаду. То есть, как бы, у нас бабла немерено, не страшны вы нам? Нет, я с вами абсолютно согласен в этом отношении. Но какие-то вещи должны быть обсуждаться, потому что Россия, да, наверное, это какая-то Африка с ядерным оружием и зимой. И с ними надо договариваться. Потому что когда я был начальником штаба НАТО в Москве, то в 2008 году произошла Грузия, и наши отношения прервались. Да, наш офис там присутствовал, но разговора, диалога не было. И это очень опасно, когда ты имеешь дело с такой ядерной огромной державой, и тем более, когда ей руководит один человек, и у этого человека мозги КГБшные. Это очень опасно, потому что даже то, что происходит в Сирии, то, что происходит, мы можем просто сбить или убить кого-то, не обсудив это. У нас нету горячей линии. Вот это они могут восстановить я думаю, что вообще-то это большое дело, потому что это все-таки безопасность. Нет, например, ну да. Моя дочка, вы знаете, что она служит... Она тоже офицер. На корабле, и она на корабле служила, на котором вот эти российские самолеты... Это провокация. Что мы называем, да? БАЗ. У нас она говорит, что это очень опасно. Минимум времени остается. Просто один вопрос, который можно задать вам, а не другим нашим... потому что вы офицер и гражданин США. Нам всегда говорят, если Америка бы хотела, она бы отключила SWIFT, ввела бы в финразведку, то есть заблокировала весь кооператив озера от азиатских банков и до европейских. И все. Ну, и а они этого не делают. А что все? Тогда ты все козыри уже из своей колоды истратил.
Это же игра такая идет. Поэтому ты все козыри сразу не можешь сдать в начале игры. Они придерживают. Это же понимают не только мы, это понимают и они тоже. Что есть еще и SWIFT, что есть еще деньги в наших банках и в банках в разных инвестиций на Западе, которые контролируются. И поэтому аккуратнее надо. То есть надо. Это так пакет сдерживания, и он его знает... Все это понимают. Все башты Кремля, да, да? Все чекисты понимают. Знают. Поэтому они играются туда-сюда. Ну вот он сейчас, опять же, перестаньте психовать. Это подвел кораблей, подвел какие-то войска к Украине поближе. Все, это перед встречей с Трампом. Сейчас они договорятся, он скажет, хорошо, он их чуть-чуть отодвинет. Это просто идет игра, но вот эта российская пропаганда... не только из России, местная российская пропаганда, вот про этот канал, что вы говорили. Она на этом как-то живет. И они сразу это подхватывают и раскручивают, и народ говорит, ой, завтра на нас нападет Россия. Не нападет она. Они потеряли инициативу. Главная ставка России – раскол Евросоюза, как Унии, да, и НАТО. Вот это стратегически главное, что... Да, но так как они это делают, работает до точности наоборот. Они нас объединяют. Вот НАТО, благодаря Владимиру Владимировичу, с 2008 года начало функционировать. А до этого делать было нечего. Мы искали врага. Там, Аль-Каида, терроризм. И, ну, никто не мог никак ничего сделать, потому что привыкли к Советскому Союзу. А теперь все здоровски. Ну, саммит НАТО. Вот саммит НАТО же, раньше он был раз в два года. А теперь, после Украины, раз в год. И вот эти новые штабы для быстрого реагирования, это уже как бы решенный вопрос. Да. Но они проголосуют. Я думаю, что это решенный вопрос. Но они проголосуют за. Просто Трамп не хочет за это платить, за все. Он говорит, давайте поделимся. Много успели, а много еще хотелось бы расспросить, но это уже за следующий встреч. С удовольствием. Thanks a lot. Капітан першого рангу ВМС США у відставці Юрій Табах був разом з нами. Далі дивимося новини. Інформаційний вечір ми продовжимо трошки пізніше. До нас завітають народні депутати і буде, як завжди, весело. До побачення.